Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Dante's Inferno. Тут туториал, давайте мы начнем с туториала. Так, камера... Так, за котика какого-то милого очень играем. Свайп. Так, это коготками что-то делает. Ух ты ж, какой-то буйный кот, блядь. Смотри. Так, Space это короткий прыжок. Я понял. Вот это может буянь. Гляди, как он буянь, да? Так, а есть еще какие-нибудь кнопочки? Нет? Нет. Shift плюс hold. То есть можно вот так вот, да? Прыгать можно прям вот так вот. Прям почти допрыгнул, ты гляди. Прям реальный кошак, прям. Вот это да. Остался этих разбить итемов вот столько вот написано там. Оба! Прикольная игрушка, прикольная. Мне очень нравится туториал. Что такое-то? Ну, где я там что не разбил? Типа нужно... Да что не так-то? Могу я прыгнуть прямо вон туда? Выбежать за предел я не могу, значит можно спокойно бегать. Ёп, твою мать. Телефон не с первого раза сломался, прикинь. Я его ломал. А он никак не ломался. Вот это да, вот этот котик. Дверь открылась, красота. Так, success, completion time 1.5 минуты. Object destroyed 4. Object knock over 10. Main menu. Play. Туториал зачем-то опять нажал. Так, main menu. Так, play. Level 1. Так, что нужно делать? Хозяин наебеть? Делов-то, блядь, давай. А, типа он злым становится. Ого! Да ладно, да нет. Он бегает за мной. Собака. Блин, страшно-то как, а? А прикинь, если догонит, пиздюлей надает. Не поймаешь собак сутула. Чё он там? Стен дерёт, что ли? Или чё? Опа! Ну здесь ты меня хер поймаешь, дурень. Конечно, конечно. Я вот тебе сейчас всю квартиру расхерачу здесь, и будешь потом знать, как ходить. Будешь тут вот, да-да-да, гореть. Горит жопа, да, наверное, у тебя вот, на, конечно. На-на, всё тебе поколочу здесь. Ну-ка, чё не падает-то? Не поймаешь. Не-не-не-не-не, не поймаешь. На вот тебе. Хозяин тупорылый, блин. Ходит он здесь. Трубки тебе все пошибаю, все пошибаю тебе. Вот так вот, да. Так будешь знать, как кота-то заводить. Чтоб ты, собака, знал, как это выглядит. Все, теперь будешь восстанавливать это полдня еще. Так, ну-ка. Ой! Куда ты полетел-то? Запрыгивай. Опа, будильничек заработал. Нет, стой! Стой! Запрыгивай. Котик, ты сможешь! Не поддавайся панике, котик! Вот это, блядь, игра, вот эта игра всю прям подноготную котов показывает, ты гляди. Надеюсь, он меня тут вот не отпиздохает, нет? Не достаешь, да, дурень? Как надаю сейчас вот так вот тебе по ушам просто. Хе-хе.
Вот так вот, я запрыгнул наконец на эту. О! Так, что еще у нас осталось разбить? О, телефон! А, он чинит, падла такая. Я тебе все сейчас поломаю здесь. Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь, не надо. Поиграем на гитаре с тобой, дорогой мой, дорогой мой, дорогой. Бежим, 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 бежим. И все. Он вообще прям полыхает у него. Ты смотри, у него красное это вот. Че, потерял меня, дебил кусок? Успокаивайся, давай. А чё толку-то ты починил? Я тебе сейчас опять сломаю. То есть все, что разрушить надо было, я разрушил, правильно? Осталось две вещи какие-то. Две вещи. Две вещи это вон та рамка. Вон та рамка и вон та рамка. Не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет! Не поймаешь! Не нужно. Не нужно этого делать. Вот так вот. И вот так вот, вот прям резко делаем. Вот так вот, все. Все сломал. Все, что нужно было сломать, сломал. 5 минут я проходил этот уровень, где 13 объектов разрушено и 15 сбито. Main menu. Давайте второй уровень попробуем поиграть. Трофейные комнаты еще какая-то. Так, у него сначала жопа не горит. Так, надо сначала свайп. Так я знаю, я чё? Я чё, дурак, что ли? Я в курсе. Начинает буянить. У кота 9 жизней, да? Можно спрыгивать вот так. Чё, дебил кусок? Тупой хозяин. Мы тебе сейчас покажем, как жить надо правильно. Вот так вот. Прыгаем туда, прыгаем сюда. Вообще отлично. Смотри, прям оп, туда прям как сканул. Как все поломал, как прям... О, хозяин. Зря ты меня завел. Все-таки зря, да, зря. Говорил тебе. Опа, и ничего не видит хозяин, наверное, да? Поймаешь. Дурачок ты. Нет. Не так все у тебя хорошо, чтоб ты меня ловил. Все побил тебе в комнате. Дурачок. Блин. Страшно, когда он за тобой бежит, да? Прям вообще не знаю. Страшно не то, что прям вот, что он за тобой бежит, а то, что он тебя сейчас поймает, ты проиграешь. Такая паника прям. На, хозяин. Сам завел меня. Тебя никто не просил. Вот так вот. Чё там осталось-то? Прямо перед хозяином. Надо. Осталось-то всего делов-то. Нет. А, он чинит. Я думал, он меня ловит. Все распиздошь тебе в комнате. Все просто. Просто все.
Чтоб тебе, блядь, скучно не было. Я тебя не поймал. Ты гляди. Он меня ни разу не ловил, но... Я думаю, что если он меня поймает, то мне пиздов прилетит хороших таких. Опа. Ты там хозяин, пока развлекайся. Мы тут пока это порядки наведем свои. Здорово. Музыка здесь прям такая кайфовая. Бежим! Бежим, 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 бежим! Он с второго этажа за мной шагнет, нет? Не шагнул, гляди. Тут я сейчас подобсарался. Пошел чинить. А мы ему сейчас телевизор включим и этот, и свет выключим, нахуй. Чтобы он дурака не валял здесь. Блять, ну... Прыгай. Сбивай. Пока он не видит. Опа, кружка не разбитая. Вот. Это другое дело. Так, осталось-то. Все, ни хрена. Блять, он меня сейчас поймает и будет мне... Край, крах будет. Прыгай, 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 котик, ты сможешь, мать твою за ногу, котик. Все, ты в безопасности, котик. Так, осталось вон там, вот прямо передо мной. И, значит, вот на той полке осталось починить. Ой, осталось починить, осталось сломать, потому что пока он не чинит. Breakable items. То есть я еще их не сломал. Говножуй, блядь, давай, иди отсюда. Телевизор посмотри, блядь. То есть я их ещё какие-то вещи сломать должен. Какие, допустим? Вот что можно сломать здесь? То есть эти я все съел. Блядь, поймал! Поймал кошак. Кошака поймал, прикинь. Вот сука собак такая. Мне 5 вещей осталось тут. А, это... На двух этажах разные вещи. А что я здесь не сломал? Мне кажется, здесь гораздо меньше осталось. Ой, а я-то тут не дошел. Блять, ну. Кто ж так делает-то? Блять, ну. Вот это было обидно сейчас, то, что я упал. Ну я прям был близок к цели, к своей. Хопа! Хорошо, что котик имеет вот эту дохватку.
Ой, зря ты, хозяйка, что это оставил-то. Ой, зря. Ой, зря ты все это здесь оставил. Ой, у тебя горит, да, хозяин? Ну? Ничего не поделаешь. Воспитывай меня. Так, а получается, на втором этаже осталось... Ну, горшки я не столкну, поэтому осталось всего делов-то... Вон осталось, я вижу это. Три вещички я вижу. Так, а что еще можно здесь сломать? Прям сломать. Точнее, столкнуть. Опять он поднимается. Чё ты сюда подошел? Зачем ты сюда пришел вообще? Дай мне вот она вещь эта. Нашел. Здесь все. А здесь еще осталось что-то А, вот. Чё ж еще-то? Вот банан лежит. Вот. Он начинил-то, смотри, сколько. Поймает отсюда, нет? Поймает, но и выйти я не смогу. Смогу. У меня есть прыжок. Прыжок. Чё, утырок? Думаешь, что делать будешь с этими вещами теперь? Поймаешь, нет? Не поймаешь. Чудило, блин. Опа! Котом-то, а? Ты смотри. Тебе надо так всего много сделать, чтобы хозяин, блин, тебе пиздов вломил, но... Ты все равно это делаешь, ты стараешься, мать его, за ногу. Ты так стараешься. Ты так стараешься сделать так, чтобы тебе хозяин пиздов вломил. Он просто вот... На самом деле, это ж надо настолько их любить, что... Бежим. Еще две вещи где-то. Вот она. Одна. И вот еще одна. Все. Успокойся, хозяин. Тебе все равно ничего не светит. Я все сломал. Красота. Main menu. Так, что мы еще здесь не прошли? Trophy room. А, трофейная комната, это там, где хозяин не злится, что ли? Офигенно. Хозяин, ты дурачок? Хозяин смирился просто и говорит, слушай, давай что хочешь вообще, уже на самом деле мне посрать. Просто хочу спокойствия. Туда же упасть тяжелее, в этой трофейной комнате. Все, мы прошли ее. Мы прошли эту игру. Мы прошли игру. Отлично. Видишь, как прекрасно. 49 секунд. Main menu. На этом наше видео, наше прохождение этой игры заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новых видео, друзья. Всем пока.